Я хочу. Ой, еще раз, можно? Пожалуйста. Нужно. Я люблю его. Ай, блин. Всем привет. Привет! Сегодня мы опять пошли кушать. Нет, подожди. Оля, смотри, какие призы. iPhone 6s. Может, это залепа какая-нибудь? Вон, все. Призы хорошие. Просто, видимо, как-то игра сложная. Напечатана как-то. Вот. Всем привет. В общем, мы сегодня на Шицяо. Это две станции буквально от нашей метростанции Даши. Вот. Тут у нас торговый центр сразу же. Сейчас вечер, мы сейчас хотим поужинать. Мы сейчас будем искать что-нибудь новенькое, интересненькое. Поснимаем, посмотрим, что здесь в округе. Вот так вот. Как бы мы ищем кафешку. В общем, комната, детей купает, пеленает, он ухаживает и так далее. А здесь, наверное, может быть, как учат, смотри. Да, учат, смотри, он мама, папа ходит. Купается. А он там, смотри, он массаж делает, смотри. 218 юаней, это что такое? Комплекс какой-то, видишь? Два таких больших блюда, салат, еще что-то. Ну, ты знаешь, не дешево, да? 108 набор. Да, такие прям цены. Вероника, помогай кушать искать. Здесь типа курица и пиво. Видишь? Ага, салаты, смотри. Все по-русски написано. А, ну это, в общем, через раз, смотри. Курица со свининой, с говядиной. Пишут, допустим, смотри, по-русски, по-китайски. Это же суп. И не просто суп какой-то. Всем супам суп. А где это? Здесь что? Ну вот 188. 38 просто две какие-то курочки вот там с зеленью. Дорого, да? Дороговато, но. А он мне винную карту дал. Ну да, мне меню, тебе винную карту. Мама, ох. Я взяла конфетку. 1 килограмм русский, стейк. Русский я не вижу. Пошли. Здесь прям как в центре. Маленечко чуть-чуть влево, раз, кадр берешь, и все, уже не в центре, а вот так в центре, как будто бы. Мама! Что вы загадали-то? Я загадала, чтобы у мамы не было никаких бабок. А я, чтобы папа был добрый. И я. Я добрый вроде бы. Погуляли мы в том торговом центре, там что-то нам ничего не понравилось. Да, решили пойти в другой. Зашли в одно кафе, так все было очень красиво там, но зашли в меню, полистали, дороговато. Пошли в другой торговый центр, он находится через дорогу. Вот тут прям много вот кафе всяких. Обычно у них меню, вот на входе даже можно меню посмотреть. Я украсила. Ага, украсила. Омон кайся. Это японское, что ты посмотрел? Ну я посмотрел, Кать, на, посмотри, я ничего не понимаю здесь. Вот как-то так. Ну салаты какие-то по 12. Ну я не хочу такое. Не хочу? А, не хочу. Японское больше. Мы с Катей нашли опять шведский стол. Кать, мы будем опять, что ли, сегодня есть шведский стол? Покажи. Нам какие-то кабачки. Плов. Здесь, смотри, прям все готовое. Каждый день шведский стол, то лицо не лопнет. Я как бы барбекю не вижу, не лопнет. Не лопнет? Цыга пиджо? Пиджо, смотри какой-то. Мы вот такой не пробовали. Mm-hmm.
О, заготовочки, смотри, прикольно. Прикольно. Давай посидим тут, а? Надь, посмотрите меню. Хорошее меню. Вы хотите сюда? А может туда? Скажите. Да. А может туда куда-нибудь у нас еще есть? Давай провожу. Десята, что, пойдем сюда? А? Да. 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 В общем, мы сегодня опять пошли в шведский стол. Будем снимать. Здесь преимущественно лучше в плане того, что здесь еще есть сковородка. Сковородка и есть фуго, можно варить. Кастрюльку принесут, закажешь кастрюльку. Принесут тебе кастрюльку, острую, не острую. Идешь, набираешь, жаришь, паришь. А у нас, короче, за всех получилось 178 юаней. И плюс мы заплатили 20 юаней за даток. Это в том случае, если мы что-то не доедим, эти 20 юаней они удержат. Сейчас с нами официантка пришла, я разговаривал по-китайски. Вот, и... Несмотря на то, что мы китайский плоховато знаем, да. Мы ее вполне понимали. Нет, сначала я до этого говорю, она до этого подошла ко мне, начала прям со мной прям так четко, прям, ну, прям по-китайски конкретно говорить. Ага. Много-много. Я говорю, иди на пиндон, говорю. Вот. Она подошла, у меня счет попросила, сразу оплатить. Потом она подошла и она поняла, что мы потихонечку говорим. Она так как-то умеренно начала говорить. Нет, она нормально говорила. Но она помедленнее. Вот она, кстати, наша официантка. Молодец, проверяет, там все включено, не включено. Вот, и она, в общем... Медленно разговаривала. Да, и мы поняли то, что она сказала, что... Половина... Неси, что там... Она сказала, что стоимость 59 юаней, а за ребенка пол цены. То есть спросила, у вас двое детей? Мы сказали, да, двое детей. Она говорит, за ребенка пол цены. Половина, да. Ладно, Катя, рассказывай. Ты уже, смотрю, что-то взяла. Да, вот это салаты я взяла. Тут получается мясной салат, водоросли и огурчик. Слушай, ну мясо, как ты думаешь, это что такое? Сердце? Мне кажется, сердце. Ладно, да. Будем пробовать. Это пангасиус, да? Пангасиус, кальмар. Масляная рыба и кальмары. Это Полина, орешки взяла. Вот это заготовочки на случай впечатлили. Да, яичница. Такой вот, такой чашечки сразу же. Заготовка. Как-то по-российски это все выглядит, да? Как-то по-домашнему, да? Мне напоминает это глазунья с колбасой напоминает. Ты будешь? Вот это мы вам делаем. Ладно, пойдем посмотрим, что там еще у них есть. Надо овощей взять. Дай арахис попробуем. Надо руки сперва помыть. А, да. Оля, руки помыть. Оля, вот там есть вода, по-моему. Но... Да, блин, надо попросить, может быть. Вот, давай. Оп, молодец. Она вон там работает. Пускай работает. Так, ну смотри. Ну, я из креветки увиденного выбрали. Креветки, да. Вот, ну, слушай, кальмаров мы очень много. Это я взяла. Рыба, это тофу. Ой, а что такое? Не знаю, как грибы мясом, и да? Что-то там еще. Да. О, да, здесь смотри, мясо. А вот это, кстати, по-моему, улитки, ну не улитки, а ракушки вот эти вот. Да, это вот это то же самое, мне кажется, только уже шелушеное. Вот. Мидии. Ну, не знаю. Вот здесь крабы такие есть. Ну, мне кажется, жарить их, они будут очень сухие. Да. Вот. Так, давай перейдем к овощам. Что ты хочешь жареное? Овощи. Кукурузу можно, но она такая... Я не знаю. Давай сюда лучше. О, давай вот. Вот это вот возьмем. Да. И вот это. Так, это? Это мясо. Бекон. Ну, оно уже такое, мне кажется, готовое. Ну, вот да. Это обжарить чуть-чуть и все. Вот это, мне кажется, вкусное. Это тофу. Вон те вкусные. А, да, вот это вкусное, это курица, грудинка. Это, наверное, баранина. Это, наверное, что-то курица, наверное, скорее всего. Вот это я не хочу. Желудки так, тоже какое мясо брать? Вот это бери. Баранину бери. Вот это надо посмотреть, поковырять. Надо сразу кинуть. Здесь нету никаких кусочков, ничего такого нету. Ну, что-то мне не очень нравится. Это, мне кажется, свинина с луком, нет? Ну, давай маленько возьмем. Ну, возьми, что-то так вроде аппетитно. Так, ну, тарелки нету больше, да? Пошел за тарелкой. О, она помогает, жарит. Здесь все. Это
это пангасу. Ну здесь прям сервис, да, Кать, пришли и нам жарят. Первый раз такое у нас. А вот масло нам принес, ага, Сиси. Пойдем. Ты посмотри тут еще, ладно? Посмотри тут, хорошо? Давай. Окей, говорит. Окей, он нас понял, короче. О, приколится вообще. А вдруг он по-русски Слушай, говорит? А эти забрали и какие-то грибы положили. Вкусно? Я пробую тоже еду. Катя набрала тут огурцов и мяско какое-то. Мясо, наверное, сердце. Будем пробовать. Да, это сердце. Очень вкусно, остренько. Вкусно. Это суп, видимо, у них очень неаппетитно выглядит. О, травы надо взять. Ура! Оля, ты что нашла интересного? Тут смотри, всякие чаи всякие, вон какой-то кабачок, смотри. Это невкусное. Вот, смотри. Я хочу пиво. Вот такое пиво мы еще ни разу не пробовали. Я с банки не хочу пиво. Так, одну. Подожди. Пиво уже продегустировали, пиво темное и очень слабое. Вкусно? Можно я возьму? Можно. Пробуем. Как? Пробуем пангасиус. Сейчас, не понял, у меня там сердечко было еще. Да, вкусный очень лимонад. Нежно. Лимонад я себе взяла. Давай, ваше здоровье. Минус кафе, нету деревянных палочек или хотя бы... Ну, эти, мелониновые. Мелониновые. И, в общем, железными палочками неудобно кушать. Дома не готовишь, хоть здесь будешь готовить, да? Да. Мы сейчас идем. Вот, смотри, идут двое. Микрофон вот там. Смотрите, вы тут слушаете. Говори. А, тут понятно. Вот я говорю в микрофоне. А, ага. Хорошо очень. Сейчас я иду. Держите меню. Вот, вот, смотрите меню. Ну, вы выбрали или нет? А? Да, мы выбрали. Давайте меню. Я положу. И все, заходите. 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 Я еще не сказала. Хорошо. Что сказать надо? Полина сегодня наговорилась на китайском языке, слышишь? Разговаривает только на китайском. Да, уже что-нибудь говорит, уже все по-китайски наш ребенок говорит. Даже с нами даже по-китайски говорит. Говорит, где его цыга, говорит, дай мне это, говорит. Катя жарит баранину. По-моему, баранина и говядина. Я два разных мяса набрала. Ты пока жаришь, а я тебе помогу. Ты что,
Да, кстати, кто умеет кушать арахис палочками? Пишите. Я умею. Да, а вот мы уже умеем. Прокачали мастерство. 80 уровень. О! Слушай, ну омлетик я первый раз такой вижу. Прикольно, да? Да, прикольно, кстати. И детям вообще понравилось. Так, пробуем колбаску с омлетика. Какого она вкуса? Она, мне кажется, сладковатая. Она, ну да, она должна быть чисто китайская. Может, что там бекончик маленький. Ну, ты знаешь, а ну... А что ты не ешь вот это? Ну, нормально. Ну, китайская, да, прям чувствуется. Так, Катя приготовила баранину, да? Это баранина? Я не знаю, это... Катя приготовила мясо, и мы не знаем, это баранина или... Ну, там баранина была и говядина. Я брала два вида мяса. Да, но она прям не жирная, нормальная. Пробуем, пожарила. А? Вкусно будет? Надо было, ты знаешь... Вкусом, ну, соус надо было махнуть. Я могу посолить. Берем соус, макаем. Соус я, кстати, приготовил. Соевый соус, лук зеленый, чеснок. Кинза. Нет, кинзу я не ложил. Я знаю. Кинзу не люблю. Вот. И положил какой-то, типа, как томатный такой маленечко. Я не понял, что такое, но на вкус очень приятно. О, прям мясо жареное. Ммм, как вкусно. Я пока не буду сладок. Соусом тоже вкусно. Делай тендер. Она говорит, можно мне немножко? Вот. Что ты хочешь, Полина, взять? Это? Да. Это? Вот Полина хочет накладывать сыр. Вот она. Аккуратно, Полина, не испачкайся в красивом платье. А я вот таким вот пальтом. Вот таким. Вот я принесла вам дыни, Полина наложила. Полине помогать. Вот она арбузы наложила. Вот арбузы. Да, вкусно. Что это сверху, Поля? Что это? Сладкое? Сладкий салат. Сгорело. Нам сейчас меняют бумагу на сковородочке. Новую чистенькую положили. Пропитанное маслом. Десерт пошел, да? Рассказывай, что взяла. Наша Вероника там звезда, с ней все фотографируются. Пойду это дело засниму. Пойдем, Ника. Ой, руками любят они потрогать. Надо, не надо. Там девушка, Вероника, о, девушка. Так, говорим, там вкусно очень. Все, пошли.
О, смотри, у первого клиента они у нас привели. О, смотри. Привела клиента. Си-си, бай-бай. А давайте листовки. В этот раз мы обошлись без хого, мы только пользовались сковородкой. Жарили. Всем, кому понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока! Пока-пока!